В минувшие дни в социальных сетях жителей Каспийска возмутила вырубка деревьев. По словам директора МБУ «Зеленый город» Магомеда Багамаева, это проходит в связи с обращением самих жителей города. Они жалуются, что некоторые зеленые насаждения уже очень старые, и при сильном ветре ветки ломаются и разлетаются по всей округе. Деревья, они хоть, может быть, и внешне целые, да, они могут даже и цвести, но внутри они полые, они гнилые, эти старые деревья. Даже вот на прошлой неделе мы по Халилово, прямо вот у Халилова дом стоит, 24, там проводили вырубку, жильцы вышли, начали возмущаться, почему, что вы делаете, у всех там какие-то мысли, что коммерческие объекты устраиваем. Вроде вышли жильцы, объяснили, показали им эти гнилые старые деревья сухие, потому что они падают на дома, падают на машины, падают на прохожих. Санитарная вырубка проводится для предотвращения падения деревьев, а в дальнейшем сотрудники МБУ «Зеленый город» уже будут проводить посадку молодых саженцев, в том числе и по адресу улица Ленина, 11, где работа по вырубке сухих деревьев уже начата. Уважаемые горожане, просьба так остро не реагировать, это как бы текущая работа, это санитарная обрезка, это работа, которая должна производиться в городе. Тем более, кто, может быть, здесь уже живет не первый десяток, вы прекрасно знаете, сколько лет этим деревьям, да, у всего как бы есть свой срок. Поэтому в рамках омолаживания зеленых насаждений в городе проводим данную работу. Работа по посадке новых деревьев и растений будет проходить весь текущий год по программе «Комфортная городская среда». Отметим, что в рамках данного проекта уже было благоустроено 50 дворовых территорий, из них 13 общественных. На текущий период утверждена, значит, муниципальная программа по комфортной городской среде, сформированы границы земельных участков, планируемых благоустройству и утверждены постановлением администрации города Каспийск. Значит, утверждены дизайн-проекты, и уже на сегодняшний день комитетом по закупкам проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика. Начальник управления ЖКХ города Каспийска Мурат Алекберов делится, что в рамках данного проекта будут благоустроены 8 территорий, 5 дворовых и 3 общественных. Общественные территории у нас это по улице Сульмана-Стальского от улицы Назарова до улицы Халилова. По улице Орджоникидзе у нас тоже планируется от улицы Назарова до улицы Байрамова благоустройство общественной территории. И, значит, по улице Октябрьская, 77Б, это сквер, планируем благоустроить в этом году. Начать работу планируется в начале апреля, а завершить до 15 октября текущего года.